Не вижу, что снимаю, но думаю, красиво. Что-то красивое засняла. Если не засняла, вон на красавчика посмотрите. Так, дорогие друзья, товарищи, утро началось. Было пасмурным, мутным, смутным. Но как решила начать влог, солнышко вышло. Ох, вчера вы думали, ох, какой плохой у них вечер был. Но было еще хуже, дорогие друзья, товарищи. Даже теплой воды не было, чтобы душ принять. Не сдержалась ваша Эгинешечка. Взяла трубку и очень культурно рассердилась. Говорю, окей, поняли. Света не было. Да, сказали, свет у нас что-то случилось. Вода не может разогреться. Говорю, окей. Та вода не может, это тоже не может. В общем, холодный душ приняли, и так дрожащие пошли спать. Грустные, грустные. Но очень хороший вечер провели, свечи зажгли, вино выпили, хорошие тосты говорили. Успокоились, пошли, уснули. А утром 8:30 проснулись, уже один раз окунулись. Хорошенько отдохнули. Потом муж говорит, окей, куда пойдем, туда-сюда. Говорю, ну никуда мы не уходим отсюда. Мы сейчас второй раз воду налили, чтобы еще раз войти. Сейчас у нас в меню будут ягоды, фрукты. То есть, может быть, только ягоды, да. Немножко кофе выпьем, второй сеанс кофе выпьем. Время пройдет, потом ужин сделаем или обед, что-нибудь. Никуда уходить не хочу, ничего делать не хочу, шагать не хочу. Хочу отдыхать. Хорошее решение, Арамджан. Да. Но он недоволен. Говорит, я только что оделся, пошел, пошагал свой морнинг. Ходьбу сделал свой. Шагаем вместе. Арамджан должен сделать программу. Шагаем с оператором. И людей как бы настроить на полезную ходьбу утром, днем, вечером. Три раза иногда ходишь. Три раза, может быть, шагает каждый день. Да, круто, да, должна была сделать. Нечего показывать, вы уже все увидели, но они что-то изменили. Пойдемте покажем. Поменяли карпет. Помните, в прошлый раз приходили, такой запах, как будто мокрый карпет был, что-то, думаю, это карпеты замочились, поэтому красивые карпеты положили в этой комнате. Мы не спали, но здесь Wim Hof дыхательное упражнение утром сделали. Да, ничего интересного. Это спальня. Если кто-то еще здесь не был, только что присоединился к нашей группе, тур-группе. Это большая спальня. Кровать это большая? А, или мне кажется? Это большая. А, да, ничего обычного. Здесь клазет. Тоже ничего обычного. О, там подушка есть. Не подушка, нужна была. Там тоже есть подушки. Это ванная комната. О, это изменили. Это новость. Если будем хаш ставить, а это на два двора. Помните, у них здесь такой шкафчик был. Маленький. А, хаш ели. Ну, негде было наши как будто параметры ставить. Мы на этом ящике поставили. В этот раз очень интересный стол получится. Здесь душевая. Двойной вход. Мы уже холодный душ здесь приняли. Вспомнить не хочется. А здесь ничего интересного, ничего необычного. Да нам новое полотенце нужно попросить. Что еще есть? Так, показываю рум-тур. Больше никакого рума нету. Что-то еще изменили, Арам. Помнишь? Там тоже, да, карпет изменили. Что-то еще. О, кофеварку новую купили.
новая кофеварка, но нам все равно эта кофеварка не нужна. Только можно воду вскипятить, но для этого у нас есть собственный газчик. Но плита. Маленькая электронная плита. Все, больше ничего интересного нету. Стулья не изменили, но, кажется, цветы помыли. Чистить в этот раз. Все, ничего интересного. Очень интересный рум-тур получился, Гиннадян. Знаю, но главное, сделали рум-тур, чтобы, если кто-то вздумает приехать, знает, куда приезжает. Да, еще с собой кипятильник возьмите, на всякий случай, если в джакузи горячей воды не будет, кипятильник туда положите. Спички. И спички возьмите, нам спички не дали, чтобы романтику не уважают эти люди. Говорит, ничего огнеопасного мы вам не можем дать. Говорим, мы взрослые люди, сами можем достать. И достали, курящего человека вчера муж достал, зажигалку взаймы взял. И у нас был романтический, хотя бы что-то было вчера. Так, двигаемся вперед, моем фрукты, овощи, затягиваем. У них до 11, извиняюсь, дорогие друзья, товарищи, раз-раз. Да, до 11 breakfast, потом закрывается ресторан, открывается в 5. Надо позвонить, резервировать. Говорят, рекомендую резервировать. Так что сделаем, как они рекомендуют. У нас шоколады тоже есть, чтобы никто не сомневался. Окей, это готово. Сейчас мужу угощу простым яблочным соком. Пусть будет. А себе, милой любимой, свекольный и морковный сок. Замешает просто. Он не любит, а то его тоже угостила бы. Хочешь попробовать свекольный морковный коктейль? Спасибо. Видите, предложила, сказал нет. Чуточку этого. Дома свежий делаю, конечно. И уже знаю, что нельзя свежевыжатый сразу пить. Нужно дать несколько минут, как бы посидеть потом. Даю сидеть, потом пью. Угу. Что еще? О, кофе. Кофе на всех. Две чашки кофе сделаю на весь канал. Как хорошо устроились, да? Если вчерашнее видео не смотрели, когда регистрировались, мужу сказали, в комнате нельзя ничего варить, жарить. Шашлычницей, оказывается, до нас на прошлой неделе здесь были гости, которые очень шумно шашлык жарили во дворе, радовались жизни. И мы очень скромно делаем, что все, что делаем, не шумим, не поем, не танцуем. Но вчера песни слышали из наших юношеских годов. До чего дожили, говорю, песни слушали из наших юношеских. Окей, пусть варится. Акшулы, говорите вы, можно там полить, чтобы столько не нести. О, ягоды тоже не понесла. Несем вместе. Как умно поступила, да? Да, вы наша умничка, красавица Василисочка. Это вы говорите. Сок принесу, разденусь и прямо прыгну в воду. Подождите.
Прекрасная, прелестная погода. Надеюсь, все готовы на такое зрелище. Шучу, зрелища не будет. Не прыгну. Точно не прыгну. Прыгать не умею. О, йогу должна сделать. Какое хорошее, теплое, горячее. И упала. Вы вместе с нами вошли, теперь плаваете, купаетесь, радуетесь. О, знаете, что хочу сделать? Не хотим просто так лежать себе в джакузи, ничего полезного не делать для своей кожи. Хотим что-то полезное сделать. Если нету аллергии на мед, можно помазать. Моя кожа очень любит мед. С ума сходит. Арамджан, ты тоже можешь заходить. А кто будет снимать, спрашиваете вы? Мой оператор другого привезли с собой. Штатив называется. Окей. Мед мажу, кофе пью, сок пью, отдыхаю. И все. Ничего интересного. Сначала пьем неинтересный сок. Какой кисленький. О, еще можно клубнику тоже нанести. Малину тоже можно. Это другая клубника. А мужчинам тоже можно клубнику. Все можно им, если лицо свободно от волос. Тебе только на лоб положу чуточку клубники, чуточку шоколада. Потом эту гуще кофе. Можно еще такой скраб сделать. И все, спа в джакузи получится у вас. Но завтра иду в спа. Массаж будет у меня, думаю. Отдохнем и домой. За все это время, когда вы нас не видели, не слышали, это чтобы вы поняли, почему так вдруг я стала высокой. Что же делали за это время мы, проказники? Спали. Спали, сделали резервейшн в ресторане в 5:30. Сейчас 5:20 с чем-то. А муж кокет. И, ну, женщина кокетка, а мужчина кто? Ну, просто я ему дала побольше поспать, потому что очень хотела, чтобы он сильно отдохнул. И сейчас быстро-быстро одевается и вспоминает что-то про меня. На последний момент его разбудила. Сейчас увидим его недовольное, но как бы досыпанное, то есть хорошо доспался лицо. Ждем. Куда пропал? Здравствуйте, дорогой. Ты рад? Знаете, почему рад? Потому что уже может кушать. Твой бумажник с телефоном. Фрукты ели. А я не говорю, Арам, мы хорошо переносим эту интервальную диету, так называемую. О, ветер какой. Я холод плохо переношу. Одеться. А ну, жакет твой возьми. Простудишься. Хеса.
Ох, эти мужчины, пока они готовятся, нам, женщинам, стоять и ждать только. Это твои очки. Хороший вопрос. Анна, очки? Совсем не видит уже. Перевожу. Спрашивает, почему ты все сюда принесла? Потому что тебя тоже хотела сюда привезти, поэтому сначала твои вещи принесла, потом уже шеф прибудет в последний момент сделала. Но они недовольные обычно бывают, когда только что просыпаются. Имею в виду мужской род. Смотрите, какой недовольный. Это снимаю, поэтому меня не бьет. А тут как-то разозлилась после сна. Холодно. Побыстрее двигайтесь, пожалуйста. Здесь женщина стоит, мерзнет. А я теплую одежду мне принесла. А им ключи взял? Телефон, ключи, валет. Себя взял? Айма, так тоже спать. Это я силой ему сказала, поцелуй, а ну-ка, щечку, а то... Видите? А ну-ка, быстро дверь открой. Очень медленно открыл. Все. Сержусь. Что за кирпичи, Арам, понавезли? Посмотрите. Инструмент хочешь подержать? Инструмент, имею в виду камеру. Ой, смотрите, какая красота. Передала инструмент. В этот раз не захотелось погулять, пошагать в саду. Может быть, завтра перед уходом, может быть. Очень хотела просто посидеть, полежать, поспать, поотдыхать. О, там цветы вижу. Завтра посмотрим, окей. Эти гольф-карты такие нехорошие. Запах ужасный от бензина. Воздух прямо портит. Здесь уже воздух не такой. Прямо у дороги построили. Подумали, у дороги построили резорт. Собака такая хорошая. Решили дочке на день рождения котенка подарим, но ей не говорите. Вы уже поняли, наверное, из последних видео. Наверное, сказала, что она любит котенка, но очень любит. И в комментариях даже прочла, купите ей котенка. Все родители одинаковые. Мы тоже подумали, купить ей котенка, вы тоже подумали. Запах какой нехороший, че здесь всегда?